Вы не видели кошку? А вы не видели кошку? Сегодня в детском развлекательном центре в профессии играют совсем не дети, а взрослые. А если быть точнее, то блогеры. Самых известных из них, а это ни много ни мало, 50 человек, собрал Сбербанк. Для того, чтобы они изучили бизнес наших партнеров, а он действительно здесь в чем-то даже уникален. У нас есть крупные предприятия в Владивостоке, которые являются нашими давними партнерами, клиентами. И нам было важно показать, в чем такая внутренняя составляющая бизнеса. То есть во что банк инвестирует деньги, средства клиента. Федеральное образовательное мероприятие «Сберкэмп» проводится уже в третий раз. В том году ребят ждал масштабный квест по Владивостоку. Блогеры смогли познакомиться с историей города, посетить ключевые предприятия края. Одной из площадок стал интерактивный город профессий для детей «Китбург». Гостям предложили попробовать себя в качестве пожарного, охранника, инкассатора, а также освоить другие специальности. Участники форума идею восприняли на ура. Откровенно говоря, я очень удивлен, что вот есть такой центр в городе Владивосток, потому что вот ни у нас и в Иванове, ни в соседних регионах такого просто нет. И удивительно, что дети могут прийти сюда и получить свою первую профессию. Ну, мы пока еще друг друга узнаем больше. И вот узнали, как ловить обезьянку, петушка ловить, вот кошечку мы поймали. Я работаю охранником, я наблюдаю за всеми ребятами. Я охраняю сейф. И вот эти странные дети, конечно, подозрительные они сильные. Квест привел блогеров в старый дворик ГУМа. Здесь их ждали задания экономического плана. Командам нужно было грамотно вложить акции, распределить прибыль, чтобы стать финансовыми магнатами Владивостока. Смогли ребята получить знания и прикладного характера. В ходе лекции им объясняли, как повысить популярность блогов. Лекторами выступили приглашенные эксперты по диджитал-маркетингу из Москвы. Инна Щедрова, Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.